Прошел год от начала пандемии, и мы все еще видим каждый день фотографии назначений пациентам антибиотиков при ковиде. Антибиотики не работают при ковиде, особенно если это пациент на первичке или особенно если он только что поступил в больницу. Антибиотики нужны только там, где есть доказательства, что они на самом деле показаны. Если этих доказательств нет, а именно высоких цифр прокальцитонина либо каких-то серьезных подозрений в присоединении бактериальной инфекции, антибиотики не нужны. Поэтому, если вам их назначили, спорьте со своим доктором, задавайте ему вопросы о том, зачем именно он вам их назначил. Если вы сами требуете такого назначения от доктора, подумайте, пожалуйста, дважды и трижды, прежде чем этого требовать, потому что вам это не поможет и заберет ресурсы и внимание совершенно в ненужную сторону.